В промышленности области наметилась тенденция к росту. В декабре 2015 года объемы производства увеличились почти на 7,5% по сравнению с ноябрем, сообщает Управление информации Запорожской облгосадминистрации. Рост обеспечили добывающая промышленность, производство текстиля, одежды, изделий из кожи и других материалов. В металлургической отрасли зафиксировано незначительное сокращение, менее 2%. В машиностроении ситуация выравнивается, сокращение производства около 7%. Зато в декабре объемы производства увеличились по сравнению с предыдущим месяцем почти на 13%. В производстве химических веществ и химической продукции зафиксировано уменьшение объемов на 5%.